Не тормози. Ёб твою мать. Все. Говорим, включи. Заводи. Что, мы поедем? Да, да, а что? Да. Мы никого уже. Блядь! Ах ты ж сука! Блядь! Пиздец, блядь! Разные там, и левый найк на рынке у Кавказа. Вот теперь говорят, что под моей машиной очень мало места. Она не действует на время. Буду поспешным и не спеша. По районам, где менты лежат. Лорд Дарт Вейдер. Светлогорском и Балтийском направлениях. Аэропорт работает в обычном режиме. Единственным исключением стал рейс авиакомпании Air Baltic из Риги. Между тем, в учебных заведениях города отменены уроки в первую и вторую смену. Детские сады продолжают работать в обычном режиме. Добавим, пик непогоды не пройден. Усиление ветра до 25-30 метров в секунду ожидается в обед. Стихия стихнет сегодня к 16-17 часам. Машин. Это какая улица-то? А? Нахвасталась-то. Твою дивизию. Считайте машины, короче. Пипец, блин. Что, все и там, и тут. На этой стороне, на этой стороне. На этой стороне. Да вот спасатели приехали, блин. Вот смотрите, четверо, Nissan стоит, Nissan, на той стороне Volkswagen, раз, два, три, четыре, пять, шесть машин, одна в хлам. Все. Подушки сработали. Да хорошо, хвастанулись, хорошо. Давай, хуяр, сейчас бы он его... Ух, красота! Ох, сейчас бы он его отметелил бы с левым рулем, то он же его не видел ни хрена. Повезло ему то, что вылетел. Ну, конечно, поломался, но... А тот насмерть сразу. Сразу. Так полетел. Иной раз, знаешь, бывает такая ситуация, что ну не без этого. А иной раз такая глупая авария, ну прямо... Ну, я не знаю, и машин нету. Страшно было смотреть, да? Так вот пролетел в них прям все на глазах. Иерусалим.
блядь, нахуй! Сука, гондон. Что он, блядь, меня зацепил. Пиздец. Стой, держи его. Смотри, номера запоминай. Запоминай номера. Не вижу. Его куда, смотри, поворачивай. Девятьсот сорок шесть. Тоу. Тоу. Запомнила? Да.